Привет, друзья! Сегодня у нас на канале будет хорошее познавательное видео для людей, которые хотят ускорить свой мобильный интернет. Я это проделал на двух телефонах, все заработало, интернет ускорился в два раза. Так что ставим лайкушу, подписываемся на канал, обязательно в комментариях пишем, у кого насколько, в сколько раз получилось ускорить свой интернет. У меня лично получилось в два раза ускорить свой интернет. Вот. И смотрим видео по настройке телефона Xiaomi для ускорения интернета в два раза. Поехали. Итак, для настроек нам первым делом надо зайти в Play Market и скачать спид-тест для того, чтобы проверить спид-тест. Для того, чтобы проверить нашу скорость интернета. Какая у нас сейчас скорость интернета? Сейчас быстренько это скачаем и продолжим. Итак, вот у нас скачался спид-тест. Мы начинаем тестировать. Сервера у нас подтянули. Сейчас посмотрим, какая у нас скорость интернета до настроек, до начала настроек. Ну вот видите, 14, 15. 16 на скачивание выдало. Обратки 7, 8, 7, ну где-то 8 сейчас нам выдаст. Даже до 9,3. Ну вот 16 и 9,3, мы сейчас это заскриним, вот, чтобы не забыть. Теперь получается, мы делаем настройки. Для настроек нам нужно следующее. Нам надо зайти в настройки. Нам надо выбрать наши сим-карты. Нам нужно выбрать нашу сим-карту, которая здесь точки доступа APN. Для компании Kyivstar APN это интернет. Вы же можете зайти в интернет, набрать название своего провайдера, своего мобильного оператора и написать APN и прочитать в настройках на сайте оператора, как у вас название точки APN. Дальше мы заходим в каналы, снимаем здесь галочку «Не указано» и нажимаем на кнопочку LTE. Ставим галочку на LTE. Пум-пум-пум-пум. Так, тут все. И заходим еще и нажимаем сохранить. Все, точку доступа мы, получается, усовершенствовали. Дальше идем к следующим параметрам. Итак, следующей настройкой нам надо зайти в инженерное меню. Мы набираем вот такой вот код. Звездочка, решетка. 4636, решетка, звездочка, решетка. И последнюю, когда мы нажимаем звездочку, открывается инженерка, проверка. Нас интересует информация о телефоне, первая сим-карта. Потому что у нас в первом слоте стоит наша сим-карта Kyivstar. Бум-бум-бум-бум. И нас интересует вот эта вот настройка. Нажимаем на нее. И здесь нам надо найти LTE VCDMA, настройку LTE VCDMA. Вот, вот эту настройку. Выбираем ее. Пошло переподключение. Пишет, что подключено. Сервис передачи данных. Все переподключилось. Все у нас настроилось. Нажимаем еще. Смотрим ли у нас тут просмотр завершенной службы. Так. Никакого сохранения здесь нет у нас, но в инженерке оно вроде и не нужно, оно применяется сразу. Все, эту настроечку мы сделали. И следующая настроечка у нас. И следующим пунктом настройки у нас будет, опять заходим в Play Market. Спид-тест нам больше не нужен. Нам нужна такая программка, которая называется Internet Speedmaster. Speedmaster, вот оно сразу выдает нам Internet Speedmaster, именно вот это вот с голубенькой планетой. Нажимаем установить. Сейчас оно быстренько скачается.
установит нам программка небольшая. Это тоже получается сервисное меню, открывается инженерное меню. Вот, но только в виде программки оно там делает какие-то настройки. Программка не требует root-прав, но если у вас есть root-права, оно там еще какие-то расширенные настройки делает. Ну, так как на этом телефоне Note 5, это не мой телефон, здесь нету, то мы делаем стандартные настройки, нажимаем ОК, применяем. Все, после этого телефончик нам надо перезагрузить и будем тестировать нашу скорость. Итак, телефончик перезагрузился. Включаем спид-тест. Ждем полного подключения. Так, ну все, в принципе, можем начинать тестировать. И смотрим, у нас было 16,9. Ну, пинг у нас уже улучшился. Вот, как вы видите, 30 мегабит у нас на загрузку стало, а было 16. Посмотрите, в начале видео сеть тоже была 4 полосочки. И сейчас посмотрим на обраточку. Ну, обраточка, кстати, что-то пока что химичит. Но на загрузку, как вы видите, стало в 2 раза больше. Обратка уменьшилась. Итак, сравним эти 28,7 и сравним наш скриншотик 16,9,3. И тут точно так же на скриншотике, видите, это скриншот, это не, ну, как бы на скриншоте там 4G сеть указана, и это тоже 4 палки. Ну, в 2 раза скорость увеличилась, и это классно. С вас лайк, подписка, обязательно пишите комментарии. Может, хочу узнать у вас, может, кому-то удалось еще больше скорость повысить. Пишите свои результаты до и после в комментариях. Мне будет очень приятно, если я кому-то помог. Ну что ж, друзья, вот такие вот, ну, не тяжелые настройки вам надо сделать на своем мобильном телефоне для того, чтобы ускорить скорость интернета в 2 раза. Тавтология, как всегда, ускорить скорость. Увеличить скорость в 2 раза, и я думаю, что у вас все получится. Ставим лайк, подписываемся на канал, обязательно там все дела, колокольчики проставляем. Ну и пишем в комментариях, конечно же, кому насколько удалось ускорить свой интернет. Все, всем пока, до скорых встреч!